Добрый вечер, дорогие друзья. И вновь в эфире шоу «Достояние республики». Сегодняшняя наша программа посвящена удивительной артистке и шикарной женщине. Ее яркость и темперамент вот уже более 2 десятилетий радуют слушателя и зрителя. Да, ее низкий, чуть хрипотцой голос сводит с ума мужчина. Поет она о том, что волнует сердце каждого. Конечно же, поет о любви. Всегда непредсказуемая и разная народная артистка России, императрица российской эстрады Ирина Аллегрова. День любви, который может быть, помнишь и ты. Громко музыка звучала, без конца и без начала. Все нам дарили цветы. Таких, как это, может быть, знаешь ли ты? Все вокруг в волшебных красках, бесконечных нежных ласках ты и, конечно, цветы. Это была песня «Свадебные цветы» в исполнении Ирины Аллегровой. Впереди нас ждет увлекательный вечер. Давайте посмотрим небольшой сюжет, посвященный Ирине Аллегровой.
Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в творческой семье. Ее папа был театральным режиссером, а мама – оперной певицей. Поэтому с самого раннего детства в доме у Аллегровых бывали Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Муслим Магомаев. Именно Муслима Магометовича Ирина считает своим первым учителем музыки и эстрадного.